запечатлеть момент и впечатлить людей. А к арктическим вдохновением в этом году подпитываются любители фотоискусства в Северодвинске. Горожане уже в предвкушении выставки самых ярких работ. Об одной из них мой коллега Аким Самедов. Никакой дорогостоящей аппаратуры, лишь умение видеть перспективу. В городе Корабелов продолжается фотоконкурс «Северодвинск. Арктическое вдохновение». Один из участников, Сергей Аристов, фотографией увлекается уже 15 лет. На этот конкурс отправил целых 3 работы. «Полярная ночь», «Рыбаки едут на мотособаке» и фотография с загадочным названием «Артефакт». На ней он запечатлил арт-объект – памятник велосипеду в Приморском парке Северодвинска. Фотография – это, во-первых, очень красивая жизнь, она запечатлена в снимках. И когда ей делишься с людьми, сам смотришь на нее и хочешь поделиться с людьми. Посмотрите, как в нашем городе красиво, где мы живем. Это вдохновляет каждый раз ходить, смотреть. Конкурс призван популяризировать Северодвинск как арктическую территорию посредством искусства фотографии, а также раскрыть его туристический потенциал. Всего 3 направления – арктический город, арктическая природа и арктическое вдохновение. Данный конкурс стартовал с 25 февраля. По 1 августа у нас конкурс. Но так как много заявок поступает, и в связи с тем, что сезон отпусков настал, очень много граждан хотят поучаствовать, но не могут, и попросили продлить прием заявок. Теперь у северян есть еще месяц на то, чтобы поделиться своим произведением фотоискусства. Прием заявок продлен до 27 августа. Победители выберут с помощью интернет-голосования, а их фотографии представят на выставке. Наиболее понравившиеся продолжат жить на открытках города Северодвинска. Победители получат ценные призы, а все участники будут награждены дипломами. Аким Самедов, Евгений Зыков, Регион 29.